сейчас, к 2 часам дня, мы собрались выйти на улицу, нарядились. Красиво, поедем остановиться еще моднее. Только что мы нашли то, что искали. Новый вид картошечки. Юлечка, ты рада? И передать человек. Что 2 человека, которые обожают картошку больше всего на свете. Добыта самая модная сумка сезона, как поговаривают. Красиво, мне нравится. Хочу показать вам итоги нашего шопа. Ну, что-то да, вообще мало. Не, нормально. Не, нормально, но мы не особо, да, как бы старались. Не особо. Мы осознанно потребляли, на самом деле. Мы покупали все, что нам нравится, но просто нам не очень-то и нравилось. Немногое нам понравилось, скажем так. Это еще на нас, на всех, на троих. Да, если это что. Это даже не только мое. Но еще вчерашнее. На вчерашнее там что? Мне Зара. Купили. Мне купили. Да. Ну все, это как в лучших традициях лакшери Инстаграма подожди. Миленько прям. Лакшери Инстаграм. Типа такая я. Вау. Клёво? Да.